Итак, сейчас буду кататься на 200-ке, квадроцикл. Ёп! Как садиться? Прям сюда вот ноги или как? Да, ну вот куда-то сюда, вот. А как ноги ставить? Вот как, что? А, вот так вот, да, типа? Да. Ничего, жёлый. Вот а чё, как? Вот этим вот? Да, сцеплением выжимай. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Да давай, на нем еще легче. На нем ты не привернешься. На нем тяжело на заднюю встать. Сигнал нет. Нейтрал. Выжимай сцепление. Сцепление выжимай. Там передача? Нет. А, ну все нет. Вверх, все вверх. Мне надо почувствовать газ. А отсечка есть? Надо. Как придумали эту хрень? Это ж неудобно. Ты под... Нет. Да ты... погнал. Да мне страшно. Там же сцепа настроена в конце. Очень тяжелый, а? Давай, давай. А, страшно. Как на нем поворачивать, я не могу. А! Не надо. А, тормозовод. Я ж не задену, да? Ой, спасибо. Только мне надо развить. Я не могу, он вообще не чувствуется. Мне ж надо развернуться. И вообще неудобно. Но я бы хотел второй включить, но это у меня непривычно, и вот это вот. Ой, 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 что за движение? Жестко привыкать. Воу-воу-воу. Это я первый раз на квадрике, представьте. Ёпта, как колбасит. Маленьких. Следующий уровень и забор.